7 сентября протесты в Израиле, длившиеся на протяжении недель, впервые переросли в столкновения. В Тель-Авиве полиция арестовала 40 человек, пострадавших нет. Стражи порядка вмешались после того, как демонстранты перекрыли движение на главной улице столицы и ворвались в здание муниципалитета. Стимулом для протестующих послужили действия муниципальных работников. Накануне те разобрали часть временных жилищ в палаточном лагере, который демонстранты установили еще в июле. Напомним, что граждане Израиля требуют от премьер-министра Беньямина Нетаньяху проведения экономических реформ. Протестующие, большую часть которых составляют студенты и средний класс, недовольны высокой стоимостью проживания в стране. В минувшую субботу в Израиле состоялась самая массовая акция протеста за всю историю страны. С требованием реформ на улицы вышли сотни тысяч человек. На рост израильских протестов, вдохновленных частично влиянием арабской весны, повлияли социальные сети.